Здравствуйте, дорогие друзья! Близится тот день, когда начнется тот самый матч проекта «Акбарс Супер Скиллз». Победитель этого матча встретится с хоккейной командой «Акбарс» 29 июля. Мы приглашаем всех в Татнефть-арену. Ну а сегодня мы наблюдаем за тренировкой «Зеленых». Как тебя зовут? Айдар. Ферданис. Радик. Максим. Зацепин Дмитрий. Где вы работаете? Инженер лесного хозяйства. Работаю в компании Red Bull. Окончил институт, получил диплом. Пока безработный. Я работаю энергетиком. Расскажите, как вы первый раз встали на коньки, как полюбили хоккей? На коньки встал лет 10 назад в маленьком городе. В году, наверное, 73-74 еще катались на таких кожаных коньках. Есть небольшая ностальгия, но в этих удобнее. Мне было 4 года, отец поставил меня на коньки, так пошло, поехало. Вот так вот проходит экватор проекта «Акбарс Супер Скиллз». Мы желаем всем удачи, до новых встреч. Пока.